Образцовый коллектив «Краса России» существует на базе детской школы искусств номер 2 уже 11 лет. Он объединяет учеников трех курсов отделения дизайна одежды и ткани. Мы занимаемся любыми видами женских рукоделий. Это и рисунок по ткани, это моделирование и шитье швейных изделий, это и пэтчворк, лоскутная техника, вышивка, элементы различных вот таких вот женских рукоделий. Свои лучшие работы воспитанники Елены Бодряшкиной представляют на различных областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Для участницы образцового коллектива Ксении Конофеевой победа на международном конкурсе – первый серьезный успех. На творческое соревнование девочка отправила работу в своей любимой технике батик вместе с пушистым другом. Надо было нарисовать, то есть, человека с любым животным. Я очень люблю кошек, и поэтому я решила как бы нарисовать девушку с котом. В середине декабря Ксения Конофеева вместе с другими участницами образцового коллектива «Краса России» примет участие в межрегиональном фестивале имени Надежды Ломаевой в Первомайске. Девочки будут представлять свои коллекции в различных номинациях. По итогам фестиваля в прошлом году саровчане получили диплом и денежный сертификат. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.